отправляли, сейчас готовы есть? Федеральный экстрасен, я даже ВГ уходит. Посмотрите на этот автобус, вы видите, как нагло и издевательски наша жульническая власть пытается украсть у гражданина его конституционное право на участие в президентских выборах. Вот провести эту процедуру – это не такое простое дело. Собрать людей для такого мероприятия – это не такое простое дело. И вот это организовывала партия «Другая Россия» только своими силами. Если так или иначе эту процедуру придется повторять, я просто призываю другие оппозиционные организации оказать техническую поддержку, хотя бы в виде вот своих людей, которые поставят подписи, оказать техническую поддержку, чтобы сорвать вот эти манипуляции жуликов и воров, крадущих у нас наши права. Сколько народ сейчас уже? Чтобы пасечников фамилии. А? Сейчас где вынесли уже человек. Давай пишемся. Надежда на тебя. Ну, давай. Алло, да, просто я как раз со паспортом. Кому? Да, все нормально, он тут ладно, стоит. Пошел, смотри. Нет, ты мне расскажи. Вот эти три мужчины в твидовых таких пальто, шерстяных. А зачем они приехали? Это представители ЦИКа, потому что по закону они обязаны быть, они заходили в автобус, я с ними общался. Вот они мне дали специальный диск электронный, тут форма, все документы, какие мы должны сдать, да, когда мы соберем эти подписи, вот что мы должны сдать в ЦИК. Мы с ними пообщались, они так посмотрели, ну что, говорит, успеете прогнать 500 человек? Я говорю, успеем, все будет хорошо. Вот. То есть они не заявляли сходу вам, что это все нелегитимно и так далее? Они ничего не заявляли, насколько я понимаю, это наблюдатели. Это не их дело там оспаривать чего-то. Они должны были вот мне под расписку вручили этот диск, взглянули, что люди пришли, что-то пишут. Так нотариус, ты будешь заверять? Они ждут, видимо, теперь. Нотариус будет заверять подписи? Нотариус, вы слышали, что нотариус нам сказал. Нотариус сказал, что он отказывается. Да, люди сказали, что они свою поддержку они заверят так или иначе. Вот мы зарегистрируемся там. Как-то. А другого нотариуса найти? У Господа Бога. Я хорошо отношусь к данной политической силе, к нацболам, потому что я вижу их значительный вклад в борьбу за свободу и демократию в нашей стране. Я вижу их самоотверженность в этом. Что-то я считаю ошибочным, безусловно. Но вот по целям на ближайшую перспективу я считаю их своими союзниками. Именно в борьбе за свободу и демократию. Так чего, ты национал-большевик или как? Да нет, поскольку чувствую какую-то долю ответственности, читал этим ребятам лекции, выступал в бункере и в первом, и во втором, и как-то контактирую, помогал, когда они попадали в места не столь отдаленные, как книжки посылал, переписывался, как-то вот, чувствую долю своей ответственности, поэтому... Заплачена же аренда. Ну, могло вернуть. Вчера ты были на митинге, нет? Был. А? Были. Куча народа не увидел за такой толпой. Где шамазан?